игра. Тут кто как кого, кто как начнет, кто старт. Вот казалось бы, даже Хитма камбэкнули, должны были забирать, но... Все произошло, как произошло. Так, у нас пока разминочка идет. С секунды на секунду мы начнем игру. Ну, будем смотреть. Знаешь, я так понял, у тренера нету команды Хит в обойме. Там Джоу какой-то на сервере имеется? Нет, менеджер. Экс-менеджер. Экс-хит, экс-менеджер. Я так понял, команда Хит вообще... Ну, не команда Хит, а организация Хит прекратила свое существование. Как и Flames. Как и Flames, да. А, Хит отказались. Хит отказались, Flames прекратили. Хит, а Flames прекратили. Но Flames, на самом деле, было известно еще, когда давно. Был старый состав. Помнишь, с Джаби, с Зифоном, да, и они говорили после того, как ребята круто отыграли на мажоре, они говорили о том, что у них нет денег содержать состав. Но они прожили еще, получается, год, да, примерно, да, прошло с того момента. Нашли. Тех ребят распродали, заработали на этом денег, как раз-таки на то, чтобы еще год обеспечивать состав. Но этот состав, мы видим, пока не приносит таких же результатов шикарных. И... Да, очень такие скомканные результаты. Тот состав-то с Зифоном, с Джаби, они же и какие-то турниры Тир-2 выигрывали, и на мажор отобрались, и, в общем-то, вообще выглядели очень круто. Там состав сильный был. Ну, а их всех разобрали. Ну, понятно еще, выросли со штанишков, стали более взрослыми. Там был Ройник, Адос, Джаби, Зифон. И этот Хукси. И Хукси, конечно, легенда. Конечно. Хукси там капитанил жестко, точно. Да, прикинь, какой там состав был. Вообще шикарно. Дос, они же все сейчас... Время. Да, все по отдельности в разных командах показывают хорошие результаты. Кто бы мог подумать. Так, а у нас отсчет идет. Пистолеточка начинает. Да, здесь ножа не будет. Скорее всего, вот видишь, за КТ начинает экс-команда Хит. Копенгаген Флеймс за Т сторону. Но вот если атака такая продолжится с наплывом, знаешь, 4-5-6-0 Копенгаген, то Хит не позавидуешь. Опять. Ну, хитам надо... камбэки. Но мы, знаешь, статистика работает, вот мы посмотрели. И любят камбэки брать, и раскликались в конце. И... тут... Не знаю, вот интересно, вот у наших зрителей, кто здесь выиграет? Я не могу ничего сказать. 50 на 50. Никакого даже... Соперники равны. Да, очень близкая встреча, действительно. И... Что-то предполагать здесь сложно, когда такие близкие матчи, я обычно говорю, что это тотал больше обычный, то есть там 16-11, 16-12, что-то подобное должно быть. Вот на первой карте было вообще 16-14, то есть все 30 раундов сыграли. И, ну, наверное, тут что-то тоже такое подобное близкое. Это да. Как тебе? Кто у нас там стал MVP? Тембе. Тембе. Ну, ну и Хаджи. Рагов, Хаджи. Боруб такой важный раунд забрал. Боруб вообще много делал, на самом деле. На банане, отжимал под флешки, пикал. Да, у него импакт очень хороший. Сам, как игрок, он не подошел херойкам из-за того, что он такой немногопрофильный игрок. Он еще молчаливый, такой молчун. Я его все время помню, когда на DreamHack'е видел, он все время такой ходит, с ним разговаривает. Он все молчит, молчит, никто, знаешь, такой, может, не ужился в семье. Хотя играл он хорошо. То есть коммуникации могут быть, ну, проблемы. Я думаю, стреляет уже хорошо, вроде думает, комбинации думает хорошо. Ну, как-то, знаешь, под флешки пикает. Игру понимает прекрасно. Может, его с херойков не зря кикнули, еще с другого состава не берут. Но уже довольно давно, кстати, это же было несколько давно, лет назад. Но он там хорошо отыгрывал. Но почему-то с его хорошей игрой так просто убрали. Значит, не подходил он. Так, а у нас стартует пистолеточка. Хит против X-Hit, против X-Copenhagen Flames. 56% у X-Hit по пистолетным раундам и 64% у Copenhagen Flames тоже ничего не решает. Равненькая статистика. Даже на этой карте мы посмотрели, общая статистика равная. Но с одним учетом, что X-Hit любители забирать пик оппонента. Поглядим, получится ли сегодня это сделать. У французов, пока они начинают в защите, Flames... Соответственно, в атаке, и что же нам датчане продемонстрируют, пока летят просто в сторону базы Б, но здесь все-таки решили пошифтить, не лететь прям-таки сразу на плент. И если бы побежали, это была бы хорошая идея, потому что прямо сейчас у X-Hit только Джока отыгрывает на Б, единственное, его закрывают смоком, все, база пустая абсолютно. Там можно ставить бомбу, заходить, смотрю, ТМБ хорошая позиция, там бэк просто посматривает. А там спину. Ну, бомба-ба, да, будет устанавливаться. Интересно, какое решение сейчас команда Copenhagen Flames примет, запушит что-то. Должны стоять в такой позиции. Вот, флешка прилетела. Отпикали светлую. Ой, там 4 человека просто давят. Хаджи.
Аджи, кстати, нет, падает Джока, подожди, Мака минус по фарлигу. До сих пор там живет игрок в нычке, Хаджи справляется с ТМБ. Это 4 в 2, Бёрд тоже падает, Ралз последний, и Ралза видит. Ну все, должны забирать, да, там пачка дефается. Пачка дефается, ну, бомба стояла, форсик, наверное, последует у нас у Копенгагенов. Хороший ретейк, экс-хит. Знаешь, дали зайти. Все-таки укрепили мид, укрепили пода. Да, не получилось угадать направление атаки, но ретейк прям шикарен. Так. Да, коллаж даже для Ралса появляется. Ничего себе. Ну, это форс. Он два фрага сделал. Смотри, там три Галио. Четыре Галио. АК против там Фамаза. Два Фамаза. Так, а мы смотрим кэфы на эту карту. 1.85 на X-Hit и 1.88 на Copenhagen Flames. Равненько. А не забывайте, всегда приятно, когда тебя кто-то ждет. Особенно, если ты крутой бонус на пополнение счета от BadBook. Регистрируйся в приложении и забирай свой бонус. По какому промокоду? Freedom. Freedom, да, не забывайте. Баннер в описании. Так, а у нас уже ТМБ нашел минус со своего Галила. Заработал большинство под точкой А. Прямо сейчас только Exercise. Никого больше. Откидывает смог, но плевать абсолютно с Copenhagen Flames. На этот смачок они просто втроем выходят на плент. Правда, попадают тут очень неплохо по Ралсу, по Борупу. Но падает Exercise, лайки 4 умирают. 4 красных. Ну что, можно фармить сейчас этих. Да можно даже, знаешь, красных. Они знают красные, если попробовать. Есть, ну, возможно, есть инфа, если видели, что в голову попадали, но... Но не хотят, да? Отступят на сейф. Похоже, что да. Ну, кива неаккуратного никто не подставляется. Хорошая позиция у Copenhagen Flames. Там уже в спину обходят. Нет, идут понемногу. Да, скорее всего, инфа прошла, что красные есть. Смотрим. Распик. Ральс. 15 секунд, они идут. Не, ну куда идти? Ну уже все. Зачем? Все Мака. Ну, китов-то хотели нет. Выбить, может, Ганна, а потом отойти на плюс, не получилось. А вот выбить. О, не нашел не красного. Все, просто убегать. Один ган засейвит. Будет слабый форсик от X-Hit сейчас. Потенциально вообще выход на 3-1 для X-Flames. Ну вот они забрали. Да, пистолетку бомбу поставили. Не получилось, ретейк сыграл у команды X-Hit. И такой 100% форс. Так даже посильнее смотрелся. 4 Галио, 1 АК. Вообще шикарный бой. Гранаты, да. Смотрим, пауза должна, да? Пауза будет ставиться или нет у нас? А зачем? Ну, пока не знаю. Да и что-нибудь придумать, может. Не, не хотят. Да, сразу стартует да. Что-то. Почему? А, я уже думал, почему-то эко делают. Не понял вообще, почему. Не у ребят было тоже. По 1400, но они все-таки докупились. Но посмотри, минута 43. На респе. И они только с респы уходят. Они подожди, это бэкап может? А что они на респе делают? А, да, да это бэкап. Бэкап. Это бэкап. Кто-то подвис, походу. Я так. Как-то не, я тоже странно. Думаю, на респауне, скорее всего, написали. Слушал в чате, да. Что-то щелкнуло. Они, наверное, поэтому написали, решил, кто-то завис. Пауза, пауза. Но это бэкап. Окей, окей. Ждем бэкапа. Непонятно, как он повлияет. Не было никакой серии раундов от команд. Возможно, знаешь, если вы там кто-то 5-6 подряд забрал, потом техпауза, сбивается темп. Здесь, в принципе, по одному потащили. И ждем, друзья, ждем. Там по всей карте Бертромская бегает, изучает Ancient. Пока все остальные... Не, просто пробил, где места хотели сделать. Побежал, посмотрел. Так, все нормально, парни там чисто. Понятно. Ну, одна М-ка на руках у Джока. Кстати, Дигуи. Ты так и не сказал, что думаешь по счету здесь? Сомневаюсь, любой может быть. Ну хотя бы ТБ или ТМ? Конечно, тянет на ТБ. Но если что-то пойдет не так, и ТМ. Я бы на такое вообще не обращал внимания. ТБ, ТММ для людей, кто там ставит. Тут просто вот красно-черный. Может, точный счет тогда? Точный счет? 15-15. Еще одни допы. Ну, точнее, там не было допа. А, какие там допы? Прикинь, я говорю, ты меня спрашиваешь, и ты говоришь, что на бумажке написано. Я говорю, Копенгаген выиграет. Они реально выиграют. А прикинь, там люди в чате сидят такие, думаю, я просто так уже попадал. Так я опять попадаю. Так серьезно, да, парни, бумажка просто там. А прикинь, кто думает? Да кто-то точно верит. Это зонер. А мы типа специально так, кто-то думает, хотя так и есть. А сейчас мы это говорим, чтобы подвести от тебя. Ну ладно, забей. Так, что там наш чат? Пока все ждут. У нас, да, наконец-то ставится пауза. Сейчас будет бэкап. Чат, кто согласен, что у меня на руках бумажка? А у тебя до сих пор модерка?
В смысле, до сих пор? У меня давно она. Почему мне ее не дали? А кто тебе дал? Я не помню, это у меня еще очень давно она есть. А, давно модерка? У меня, да, она уже несколько лет. Понятно. Оказывается. Как? Я тебе потом расскажу. Так, знаешь, что я сейчас подумал? Мне кажется, вот что-то нужно командам. Что-то нужно командам. И тебе, возможно. Почему эта рука так тянется? Твой любимый вкус? Это манго. Это, кстати, сам, вот без шуток, это мой любимый вкус. Вот смотри, послушайте, вот зрители. Это прекрасно, ребятушки. Заряд бодрости от торнадо. Я думаю, что вот экс-хит бы, если сейчас торнадо бы выпили. Я готов комментировать. Включайте игру быстрее. Не, серьезно, очень нравится. А сколько вкусов, ты говоришь? 11, по-моему. 11? Там недавно вышел один малиновый такой. Не пил? Не. Я не так много пробовал, кстати. Вот манго пробовал. Я 6 вкусов пробовал. Не, поменьше. Я пробовал кактус. Бабл. Да, это я тоже пробовал. Классический, оригинал. Классический. Какой еще есть шторм. Вот, шторм тоже пробовал. Это там какой-то малиновый вышел. Вот получается, вот сколько? Манго, ну я такой любимый, как сок, знаешь. Mm-hmm. Он такой не слишком газированный. Вот почему-то я манго просто... Каждый день манго пью. Вы думаете, почему я такой красивый, симпатичный? Ну так. И такой резко. Бодрый всегда. Мне всего лишь 18 лет, а... А ты чё? Прям наслаждение. Да я свой могу открыть, если хочешь. Еще разочек, да? Послушай. Да, давай свой. Там потом вместо нас придет Люк, ты не плюй в банку, как я вчера сделал, а то он может... Не? Да. Не делай такого, а то я вчера пришел, некрасиво смотрел, Люк немного отпил там. Но вкусно. Вообще, замечательно. Когда там игра начнется уже? Да. Я уже просто получил заряд энергии. Ждем бэкап. Что еще поделать? Тут выбора нет. Бэкап, кстати, иногда делают довольно долго, к сожалению. Долго? Бывает. Нет, такое. Здесь все профессионально. Там, наверное, человек подвис, скорее всего, он на респауне стоял. Наверное, компьютер же будет. Пока он вернется, пока подключится, может, интернет скорее пропал. Так и есть. Тут бэкап у нас все быстро, тут все по часикам, по секундам. У нас просто вот те матчи, которые мы с тобой смотрели, бэкап, по-моему, ни разу не делали, поэтому я и не знаю. А какой-то я, походу, с Вейнсом смотрел, там бэкап возможно, делали. Да. Был один бэкап, наверное, с Вейнсом, не с тобой. Ну, в принципе, смотри, 1-1. Форс. Я думаю, что это 3-1 от Flames. Да, 5-1. Ну, потом уже не факт. Дальше уже не будет. Там дальше девайсные будут, вот X-Hit. И, в принципе, там уже будет плюс-минус ровно. Я вообще думаю, что хитам надо взять раундов 9 в защите. Не думаю. Чтобы потом себя комфортно чувствовать. Все-таки они комфортно на это за атаку чувствуют. Именно защита сильнее у одних и других. Кто пикает карту, 8 раундов. Тем более побеждали. 9 раундов, наоборот, заберет Копенгагена. 8-9. Могут забрать. Я говорю, сколько нужно хит, чтобы потом себя комфортно чувствовать. Если они 9 в защите возьмут, если они 9, если 9 возьмут, то будет, ну, как бы им комфортно на второй половине. Я смотрю, думаю. Ну да, согласен с тобой. Все хорошо, Зондер? Да, я просто так в себя. Что думаешь? Давай, мы можем пока у нас есть время, К23 и Маус обсудить. Не, я, кстати, в зал сегодня сходил, я себя обсудил. Это правда, кстати. И я в 9 утра проснулся, я с кем-то на косарь спорил. Я не верил, что Зондер пойдет. Я хочу, блин, мы легли, я так себя комфортно чувствую. Мы легли в 3 или в 4 часа ночи. И Зона говорит, мне в 9 вставай, не шумите. Это вообще жесть. Я ложусь спать где-то в 2 ночи, в 3. Чего в папку крают? Это не я, если что, это Люк. Пришлось утихомирить. Люка, а что вы играли, кстати? Мы играли в мафию. Почему так смешно было? А, это мафия была? Да что-то между мафией и Монгас. А сколько у вас играло там человек? Четвером. А там, как называется игра? Я не помню, кстати. Что-то на Диком Ну, Западе. Смешная была, я уже почувствовал там. Очень смешная. Ну, я не мог час заснуть. Было забавно, да. Да. Но стоит сказать, что Зонар действительно проснулся и пошел в зал. Шок. Там вообще такой цивильный бассейн. Но у нас уже игра, друзья. Так что давайте перемещаться на Ancient. Да, 10 секунд идеально.
Начинаем. И скаут для Маки. Дигл. Дигл. И 5-7, да, у Хаджи? Да, хороший бай у команды Copenhagen Flames. На 3-1 мы говорили? Да. На 3-1. В пользу Flames. Разумеется. Как еще? Два Галила, три Калаша. Но байт хороший. В атаке сложно будет экс-хит. Нужно находить какие-то энтри-фраги. И Джоко находит энтри-фраг, между прочим. Забирает Фарлига. А что, если такая пауза на плюс только команде хит? Да я не против. Я только за три карты посмотреть. Почему нет? Ну смотри. Да. Ну а тут Кольт может сыграть хорошую роль. Так, они идут с плитом. 1-3. Там врыв Лаки. Убегает. Но по нему есть информация. Должны его давить. Находят минус по нему. Скаут не попадает. Да, все хорошо для Copenhagen Flames. Но вот никто не подставляется. Так, Джока нашел минус, но моментальный размен. Да, два дигуа, скаут половинчатый против троих игроков. Ну, Бёрфром Скай 20 хп. Бомба ставится. Стадия ретейка. Важный дуэль. Как? Кончит дошел. Бёрд! Почему так долго? А размен? И Мака. Мака выключил Боропа. У Бёрда 20 хп они берут. Серьезно? Жесть. Вот такое происходит. Ну ладно. 3 в 3 они ретейкают. Бэплэнд без китов, без гранат. Без девайсов у некоторых игроков. Пауза, может, так сработала? Да, скорее всего, так и есть. Ну смотри, здесь вот, конечно, дуэль был. Тысячу лет там. Вот здесь ошибка была. Он флешку накидывал. Зачем эта флешка нужна была? Ну, пикнуть типа. Они не знали вот про игрока, который уже подошел ближе. Ну, странно. Ближе. Но им придется... Бёрд хотел, я так понимаю, под флешку КТ распикать. Ну да, но им придется тоже форситься, видишь, они покупают 3 АК, там, Галилу. Там такой форс лучше, чем баю X-Hit. Ну, кстати, да, все время. По деньгам у них проблем нет. Ну что, у нас сразу на контакт. Бомба подойдет. Да, бомба подойдет. Один Б контролит, мид, тройка у нас, собственно, в штаны будет занимать. А команда X-Hit делает свой дефолт. 2-1-2. Так, Лакин с маком. Посмотрел, никого на миду. Не нашел, тут очень аккуратно Bird from Sky, просто на инфу играет, не занимает мидл. Очень-очень спокойно и аккуратно. Ну, контролит, да, Flames никуда не торопится, но видно явно, что собираются по итогу идти под точку А, на которой прямо сейчас находится Exercise. Есть в пончике также Мака, и быстро перетянется Лаки, открывается Exercise, падает моментально, без минуса, флешка от Маки, Мака, там уже Лаки, подоспел с КТ. Ну что, 4 в 4, 4 разворачиваются? 4. Да, пойдет разворот с одним люрком. Уже смотри, 9-й. Берфорумская Ха занимает хорошую позицию. И важная дуэль Хаджи. Расчейк делает. Минус под МБ. А тут, знаешь, в развороте, казалось бы, все зависит от Берфорумская, который сейчас будет дуэль у него. Дуэль. Она выигрывает. Да. 3 в 3. Оральс красный. Интересно, ну есть инфа по Берфорумская. А куда у нас двойка? А вот двойка не угадывает. Там же спину. Да, находит минус. Должен Джока перетягиваться. Лаки должен давать инфу. Слышит. Лаки справляется. Проигрывает эту дуэль. А это важная дуэль была. Да, там Ралс один, у него 27 хп. Это выход на третий. Я перепутал, просто говорил 3-1. Перепутал немножко команды. Ну смотри, да, убивает его, берет третий раунд. Денег совсем не остается. Но бомбу поставили. Узбонус, интересно, какой там. 2900 вроде. Должен быть, сейчас посмотрим. Но тут тигуи. Нет, эки? не так много. 2400. 2400, да. Эко полное должен делать. Интересно, уже со старта так. А что, если бы не пауза длинная? Не знаю, чем бы это кончилось. Не знаю, все-таки вот бывает так, пауза, посидишь, перезагрузишь свою голову и уже по-другому начинаешь атаковать, по-другому играть. Пока 3-1. X-Hit впереди. Не забываем, что это пик команды Copenhagen Flames. Ну, мы знаем, что уже любители свои пики поддавать. Хиты отдали свой пик, сейчас должны вражеский пик забрать. Они любят это делать последние, насколько, 3-4 игры так делали. Ну и смотри, контакт, выход, они зафорсили. Ну, они поставили пачку, понимают, что... Выход. Могут... Триксерсайз, выход на него, давят его, находят минус. Нет. А ох ты! Бывает, еще второго не сбил. Да, и Лаки добрал красного Фарлига, Хаджи в смог, выключает ТМБ около мяса. И Бороб поджимает храм, Лаки вообще не ждет, развернулся и забрал! А там еще таймик, даже его в крайнем случае забирали, разменили. Ну, 1-4, это четвертый уже раунд. И пятый.
Скорее всего, так как у Flames. А может, бомб поставит? Или нет? Не, не поставит. Но даже если бы поставил, там не было бы денег на бай. Видел? Ган. Да, находит минус. Не, бомба не успеет. Хотя... Нет, успевает. Успевает, успевает. Так, знаешь, а сейчас деньжат навалит. Но там все равно не хватит на фулл бай. Ну, это то, что он отдаст, это да. Такое нереально взять. С Галимом еще. Здесь 2к бай должен быть. Ну, бомб, дал килл с фармгана, бомбу поставил. 2к, да, ну, дигуй какие-нибудь, знаешь. Может, даже маки, да, вон там по 3200, 3300, у Бёрда вообще 400. Ну, Бёрд может оставить навик своему снайперу. Угу. Почему бы и нет. Ну, да, какие-то... Сразу какой-то быстрый, игра. Может быть, раунд сыграл. Другой русло переворачивается. Вот так вот. А экономика в то время, X-хит, знаешь, укрепляется, все лучше и лучше становится. Да. Что нам предложат? Подожди, они форсятся? А вот это уже ошибка. Ну, она не так хотят переломать эту экономику, а зачем? Уже отпустили. Ну, там уже у Джока... Типа, у вас бонус 1400. У Джока уже 2300, у Майки 4, у Хаджи 3300. Ну, типа, хотят переломать. До конца. Потому что потом пауза будет, можно тогда если они игру. Проиграют. Можно тогда всю игру форсить, почему нет? Смотри, куда они побежали, плюсуя, что происходит. Двойка, а остальные где игроки? Помощь, флешки. Почему седьмой номер? Что вообще происходит? Да, Flames попытались выйти на Б. Они хотели напречь, хотели какой-то килл, не получилось стартовый дать, сразу отошли. Там же четверка игроков команды X-Hit стянулась под Б. Приемочку на спада играет Exercise, к нему разворачивается тройка основная игроков. Ну и с одним люрком в виде ТМБ, который отыгрывает в бане. Я даже не уверен, люрк ли это, возможно, он байтить. Ну, он какой-то должен флешки, стрелить. Флешки, смоки кидать, перетягивать внимание на себя, но хит читают. Они уже вдвоем на А, они поставили туда помимо Exercise еще и Lucky. Lucky, ну такой, конечно, позиция супер открытая. Забирает Борупа, красавец, отлично сыграно. Еще там уже два игрока принимают. Опа, мака. ТМБ умирает. Люркера больше нет. Меньше 35 секунд остается на таймере. Двоих убивает. Ну, чистейший раунд. 5 игроков выжило. Плюс еще на волевой экономике сколько. Теперь а уже точно. Теперь уже точно. Да, с АВП какой-нибудь нужно было. Ну, такой, знаешь, сыграть. Вот правильно. Что-то они забарились как-то. Хотели переломать. А кого переломывать? Кого переламывать? Это 6-1. И ты почему-то перед картой говорил про то, что Flames могут начать. Ну вот, начали другие, значит, должны выигрывать, по идее, хит. Если они проиграют, будет какое-то чудо. Мы же, ну, наша аналитика какая была? Непонятно, кто выиграет, потому что реально непонятно. Команды равные. Обе команды не играют. Мираж, обе команды X. Обе команды, да, кроме последнего там стрика 7 матчей у команды хит. Винстрик сделал. Но... Коэффициент именно еще в пользу хит был. Ну, коэффициент мы с тобой обсудили, что он как будто бы чересчур в пользу хит был. Да, так что тут, знаешь, каждая карта не то, что пик соперника. И та команда хорошо в эту карту играет. Фарлик. Хороший хедшот с дигла, но это 4 в 3. Там нет арморов, ни одного армора у оставшихся игроков. Я думаю, что это 6-й, конечно же, для X-хит. И вот 6-1 уже попытаются что-то сделать X-Копенгагены. Я не знаю, им надо... Ты считаешь 8 на своем пике? Считаю, да, почему бы нет. Ну, я думаю, что 8 они здесь в атаке не заберут почему-то. Ну, сейчас посмотрим. Так, у нас кто? Джока уже в упор принимает. Смотрим. Флешечка. Ну, пошел, выход есть. Хорошая флешка прилетает. Минус Джоко. Хаджи на размене. Ситуация 2 в 3. Два боя красный. Последний бит from Sky. Падает 6-1. И бай сейчас 100% полноценный. Такое ощущение, что хит, знаешь, повторяет первую карту на Инферно. Ну, как играли. Как зеркально. Играли. Зеркально. Сейчас такой же счет. 11-4, 12-3 где-то. Пока без шансов. Но мне кажется, что хиты такой камбэк не будут отдавать. Как Flames отдавали своим оппонентам. Ну, посмотрим. Посмотрим. А прикинь, такой же счет. 11-4 будет. И потом камбэк до 13-13. Да. А так, АВП... наконец-то фулл бай. Наконец-то просто... хороший бай с ган, с калашами, с авиком, с раскидом. Денег сколько, знаешь, смотришь, X-хит. У Хаджи там вообще просто, у Маки по 9 тысяч. Ну смотри, агрессируют с девятки, хотят перекрыть полностью АБ-зону. Смотрим. Ой-ой-ой, ТМБ попадает, молик тушится, есть по ним информация, должны его душить.
Смог падает в воротах, минус ТМБ, Ральс не разменивает игрока. Убоялся, понял, что там вряд ли один игрок. Это решил. Уже на седьмой раунд должны уходить. Ну, 7 это жестко. Ох, находит второго, ситуация 5-3, уже можно уходить, знаешь, сейвиться, потому что, ну, что тут с этого раунда забрать? Да, ничего, в принципе, действительно можно уйти на сейв, Уралс и ТМБ. Узбонус 3400 будет, они тоже докупятся, и у вас будет опять 4 калаша, опять АВП. Все, в принципе, в порядке. 3 в 5 идти, ну, такое себе. Если получится какой-то минус быстро найти, хотя бы 3 в 4. Просто заходить 3 в 5 на сайт может быть слишком опасно. Но 45 секунд, начинает выходить на мидл. То есть, надеется все-таки. Перекрестный, да. Сносит на размене. Боруб красный, 1 хп у него. Бомба лежит, Фарлик делает минус. Лаки, кстати, в хорошем фангле стоит. Ну, Лаки справится. А, там еще Мака находит минус. Не даю засейвить ганы, но луз-бонус позволит закупиться здесь Флеймсом, я думаю. Они оставили немного денег, все кроме Бёрда и Фарлига. Ну вот у Бёрда и Фарлига 3400-3500, у остальных калаши и будет опять бай, да. Опять очередной бай от Флеймс. Не любят они делать 2к бай, мы это с тобой еще обратили внимание на это на Инферно. Да. Они делали, помнишь, фул экономический. Ну, они не любители такие. Ну, сейчас посмотрим, что с этого получится. Ну, это тоже странный закуп. То есть, ну, они купили 2 калаша, тег, 2 еще пистолета ПТС-50 Дигл, и они оставили деньги на next round. То есть, в принципе, довольно интересное решение. Мака, правда, закрывает уже двоих на центре. Так, есть инфа по эксесайсу, есть инфа по Маке. Пытаются выжечь Маку, Мака тушится. Получается это сделать, эксесайз, минус по Бёрду, минус по ТМБ с пистолетом. Стреляется с Ралзом, у Ралза калаш, тут Мака. Опять попытки забрать Ралза, но уже Хаджи. Подходит 8-1, идентичный счет. Идентичный, ну, в, да, первой карте. Сейчас 9, 10, 11, 4. И потом камбэк в другую сторону. Ну, знаешь, пока эти ничего не показывают за эту сторону в своем пике. Такое ощущение. А третья у нас, третья карта, насколько я помню, это Нюк. Нюк, да. Там 18 карт, 50% и 50% у Копенгаген Флэйм, 14 карт. Там просто, знаешь, такая равная битва. Это как монетку подкинуть. Монетку подкинуть, и там 50 на 50. Знаешь, что даже статистика на Нюке равная. И обои Мираж не играют. И Экс, это просто брать... Да и на Эншенте тоже у них равная статистика, там разница в 1%, по-моему. Ну да. Это вообще ничего, по сути. Так вот. Ну и первая игра показала, что действительно равные коллективы. 16-14, максимально близкий счет. И вот он у нас лидер. Лидер по убийствам. 2 килла. АДР 136, 1.50 КД. Ну и Джока не отстает. Двоечка. Бёрфом Скай и Маки по нулям. И Уральдзе. Ну, 0.90 КД у него сколько там за все? Да, 0.90. Ну посмотрим. Зато Хаджи, посмотри. Хаджи просто красавец. 11 на 2. Какой ты думаешь, как счет закончится? Какую половину? Первая половина, как да. Ну, наверное, 10-5 или 11-4. 9-6. Думаешь, только один раунд еще возьмут хит? Знаю. Тебе передали? Ага. Так, ну что, Бёрд очень быстро решил пройти мидл. Угу. Готов. Но здесь Лаки, здесь Мака вдвоем. Есть инфа по Маке. Будет ли Бёрд чекать левый угол? По идее, должен, если пойдет глубже. Но, учитывая, что ему дали смог... Я думаю, что он просто остановится и глубже уже не будет двигаться. Так, смотрим, что они заходят. Будут ну, дефолт разрезает понемногу, занимает баню. Сейчас будут выстраивать схемы. Минута до конца остается у нас. Фарлик убивает Лаки, уже хороший минус. На второй могут идти. Пока все хорошо для Копенгаген Флеймс. В пончике отыгрывает у нас игрок Bird from Sky. Основная тройка, смотри, сейчас будет колить и перетягивать, а в это время в спину заходит Exercise с Каугом, который может всю эту четверку похоронить. И вот здесь интересно будет. И смотри, слышит, важная дуэль. Exercise. Одного. Нет, никого не закрыл. Ну, 4 калена. А то Бёрфумскай. Бёрфумскай. Все, находит, неожиданно, не ожидали. А он один вышел на плент. Он сказал чисто, перетягивал, он перетянул всю команду. Гений получается. Ну, Exercise даже могли ждать. Учитывая, что Бёрд зашел, никого нет, угу. Можно было подумать о том, что мог игрок запушить мейн. Окей, я думаю, что это небольшая проблема для Looking for Org, учитывая, что у них денег очень много, у Маки 12,5, у Хаджи 10. Да, конечно, у Ксесайса, у Лаки будет бай в ноль. Но в остальном, в принципе, окей, все будет довольно комфортно.
Ну да, деньги есть? Есть. Там Мака еще дропает эмку, все правильно делают, молодцы. Но не последний бой? Ну, если. Я бы не сказал, что последний. Там по 2000 у всех, кроме XSS. Да. Ну ладно, 8-2, окей. Так, они что делают? Дефолт. Основная тройка будет под мин выходить сразу на плюс В. Подожди. Окей. Лаки. Фарлик. Находит. Минус старт. Шикарный минус. Мажет Мака. Ай-яй-яй, что это? А почему Фарлик просто бегает? А что это такое? Уворачивается от пуль. Уворачивается от пуль. Хм. Ну ладно, слава богу, так произошло. Интересная битва снайперов у нас была. Без контакта. Там у нас Джока принимает, который Фарлик. Хорош, Джока. Что ты Джока ставишь по Фарлику? Джока. Падает, но Боруб находит минус. Ситуация 3 в 3. Выхода пока нет. Контроль карты. Двойка оттягивается. Джока круто отыграл на центре сейчас. Да. Ты видел, как он дал? Там просто шикарно. Так, раскидывают Б-плен. Ну все, формируют. Большинство играет. Первый один у нас будет в бане. Играет двойка по банану проходить против Джоко и Хаджи. Бомба будет должна ставиться. Главное Хаджи пройти. Молик. Флэш. Бум. Отвернулся от нее. Ральс один выходит без размена. Боруб находит размен. Ситуация 2 в 2. Молик пошел. Успеет ли подгореть? Боруб горит. Боруб. Боруб просто сгорает на ровном месте. Да взял и сгорел. ТМБ один падает. А вот и девятый. Ну, ты считаешь правильно, что Флэм сейчас 4 подряд возьмут? Не говорил 9-6. 10-5, я говорю. А вообще такой еще должен быть 11-4, как это первая карта. Как на первой карте. Да, только команды без стампи поменялись, также за Т стали, за КТ. Будет интересно. Если 11-4, то, наверное, надо менять. Так, ну что у нас опять? Фармган появляется у Боропа. 4 АК без авика отыгрывают. 9-2 про полное сокрушение команды X-Copenhagen Flames. Мы уже так говорили на первой карте, когда хит проигрывали. Так что здесь все может в другую сторону пойти. Ну смотри, не рискуют сразу по банану. Подходит Rush банан под флешки. Выход. Там один принимает Мака с ВП. Помощь ему в хаджи. Ой-ой-ой. Мака. Сразу. Убивает одного. Олик ему падает. Отходит. Еще одного. Фарлик. Не ошибка ли это? Ошибка могла бы. Ну это и есть ошибка. Если бы он сделал фраг. Мака! Мака! А он просто пошел в тир поиграть. Еще не первого убил, а последнего за ним. Два ноузума, что это? Два ноузума дал. Ну, Инферно так играл. Ну ладно. Это жесть. Мака. Да, покажите нам повтор. Ну, в принципе, ох ты, как же. И смотри, вот за спиной убил дальнего. Не ближний. А мог вообще двоих убить фазум. Если бы чуть левее залетел. Чуть левее и двоих просто убил. Это был бы жесточайший эйс от Маки. Ну, красавчик, смотри, 4 АК появляется. Фармган опять точно такой же раунд хотят делать. Сразу со старта ничем. Может, 13-2? Ну ладно, подожди. Неожиданно, два раза уже на одну точку заходить. Уже два игрока на Б. Мака. Там Мака опять, дежавю какой-то у нас происходит. Мака говорит, ребят, вы чего-то не поняли в прошлом раунде? Я еще раз так могу, если нужно. Ну смотри, авик отрезает, Джоку врывается, ошибается. Авик, но есть по нему информация, будут загонять, делают минус. Да, задавили. Эксерсайз в маку стоит. Только Фарлик. В этот раз получше получается. Это, да, это раунд за Copenhagen Flames. 10-3 точно будет. Ну такой, знаешь, не отдается просто. Хотя... Я думаю, что не пойдут даже Лаки Хаджи. Надо бы сэкономить, я думаю, деньги, сэкономить ганы. Эмочка, калаш лишними не будут. Еще я АВП больше нету Маки. Если третья, они сейчас закупятся. Там могут и четвертую отдать, знаешь, и на последний раунд. Не будет денег. Проблемы, денег, да. Нужно попытаться засейвить, будет очень полезно. Так, ну он набирает. Я думаю, что это счет уже, который устраивает хит, в принципе, первую половину. Хит, да, устраивает еще как. 10-2 просто. Если 11 возьмут, будет вообще день. А Копенгагенс будет 10-5 устраивать счет. В такой ситуации сложившейся, да. Хотя, я думаю, хит должны. Они сейчас в форме стреляют вместе, знаешь, перетяжки здесь большие. Должны из-за Т-сторону брать, забирать свои раунды. Окей, посмотрим, что за Т предложит нам команда X-Copenhagen Flames. 4 клаша авик. Авик для Маки тоже дропают. Интересно. Но вот теперь уже деньги заканчиваются у X-Hit, то есть только у XSIS имеются финансы, и действительно, если этот отдадут, на последний денег не будет. Вообще. Ну, да. То есть там будет очень слабый бай. Ну смотри, стоп. ТМБ падает. Двойка принимает XSIS. Есть информация, говорит, никто за ящиком не чекает, спокойно может спину двоих крошить, а он это и делать только не получается. Одного. Но выход есть, ситуация 3 в 3. Уже 3 в 2. А бомбу как поставить? И красным остается Фарлик. Фарлик попадает под Джоко.
Но раз-то один в три. Есть по нему инфа. Ой, как теперь сложно есть, будет. Да. И бомба не стоит, и смок никто не откинул. Ага, его просто в смок еще нашили. Да, его в смок нашили. Бедный Ралс. Тут уже ничего не сделаешь на самом-то деле. Это 11-й для X-Hit. Слушайте, ну французы молодцы. Молодцы. Показывают, что они тоже могут да, таким разгромным счетом забирать. Такое ощущение, что они первую только половину начали и проиграли из-за этого Копенгагеном. Так и есть, я думаю. Я думаю, что так ну, и там есть. Там не забывай, там нюк. Нюк такое, знаешь. Так, ну Хаджи. Сейф. А деньги-то есть. Да. Деньги есть. Да, спейс бессмысленно. Нужно попробовать. Попробует он что-то сделать. Может, бомбу поставить. А что, если... Нет, такой просто нереально отдать такой кстати, раунд. Кстати, в уголочке мог бы поставить. Заметил, по-моему. Он видел, также. Да. Все, заметил, дает информацию. Там бомба устанавливается. Дал действительно поставить Джоко. Ну, я думал, просто... на плюсовой просто побежит, на самом деле. Почему бы и нет? Тиммейты, если бы что там его разменяли. Ну, окей. Отпустили Ралза в мейн и Мака. Мажет. Есть инфа. 11-й. Но в любом случае для X-Hit Ралз попадает по Маке. Да, там два краса. Что? Хаджи? Ральс. Ну все, да. Находит его, делает минус. Это 11-3. Очень уверенная половина. Такая же уверенная, как вот, прошлое. Да. Инферно. Только уже у команды хит сейчас происходит. Вот здесь на самом деле XSS немножечко не пошла стрельба у него. Мог двоих закрывать и вообще еще спокойнее этот раунд выигрывать. Ну и так, все окей. Есть бай на последний раунд у Flames. 4 калаша. Авик. Все в порядке. Куча гранат. В защите, разумеется, тоже все хорошо. Пошел смог, закрывают мясо. Хороший значок. Да, выход, дефолт. Под Б собирается команда, отжимает некоторые ключевые зоны. Интересно. Ух ты, Лаки замечает одного, второго, XSS третьего. Команда, да, Боров остается с Ральзом. 2 в 4, 2 в 1. Ральз последний, 12 раунд для команды. 12-3. Смотри, как ровненько по фрагам идут у нас команды. 12, 12, 11, 11, 14. Ну, каждый. Такое ощущение, что если мы сейчас на третью карту перейдем и на нюке, они просто бреют. Есть такое ощущение. Есть? Ну, повидишь, как индивидуальная форма. 11, 11, 13, 13, 14. Да, очень, очень близко. Идут все 10 на Копенгаген Флеймс. 1-0-3 на X-Hit. Друзья, я вам напоминаю, что все матчи эти, и не только нашего турнира, и не только, можно смотреть в клубах Бэтбума, которые есть по всей России. Так что заходите в клуб, смотрите адреса по трансляции. Заходите в клуб, подходите, говорите промокод КИБЕРББ и получаете фрибет на 1000 рублей. Это же вообще класс. Кайф. Наслаждаешься, сидишь в приятной атмосфере, смотришь, а у тебя еще и фрибетик. Ну вот Лаки... Сделаешь, да? Конечно. Касание дороги не валяется. Лаки 14 на 9. Но если посмотреть на ADR 65, у XSS 100 ADR, при том, что КДшечка просто 1, 11 на 11 идет. Полезное действие делал. Ну, 1-0-3, никто не верит? В Копенгагенов? Да ладно. На этой карте я тоже не верю. Не будет все-таки такого же камбэка. Что-то больше по картам, пока мы идем. Да. Наши мысли сошлись. Да 2-1 должно быть за хит, как мы изначально и говорили. Мы с тобой и перед матчем говорили, что вполне может быть размен пиками. То есть ты сначала говорил о том, что ну Инферно точно должны забрать, потом свой пик Flames, потом мы говорим, да и размен может быть, потому что команды близкие, и так оно пока и происходит. Хотя есть ощущение, что и хиты 2-0 могли бы закрыть, если бы не тот момент с Макой, если бы не проигранный раунд на 14-13, когда как-то расслабились и отдались все на банане. Могли бы забирать первую, и сейчас бы, по сути, точно так же, если представим, что точно так же, играли бы, да, 12-3 на первой половине. Ждем вторую. ТМБ, который блистал на Инферно, сейчас идет 5 на 12. Ничего не получается ровным счетом у Flames, но, возможно, в защите что-то поменяется. Согласен. Давай посмотрим пистолеточку. Закупают у нас армор. Bear from Sky пока ничего не закупил. Будет скидывать, скорее всего, береты. Береты же нужно скинуть на этой карте. Конечно. Действует. А у нас, смотри. Две пары берет в атаке. Да. В атаке. Причем? Не в защите. Первый раз вижу. Да будут... Почему это? Да? Не, ну видел где-то. Бывает, бывает. Очень редко. Будут сейчас влетать, давить Фарлига. Фарлик один фраг. Ну все. Дальше размен от Хаджи.
Долбери — это очень сильный ган на пистолетке. Ну ладно. Эксерсайз делает минус. Ну что, 3 в 4 должны забирать. Смотри, пистолетку. Где флеймс находится? Ой. Очень далеко. Ой-ой-ой-ой-ой. Они вообще всю карту решили обойти. Сейчас поставят пачку, все займут хорошие позиции. И выбить флеймс будет сложновато. И еще и двоих в спине зачекает. Сейчас Лаки, Лаки дает инфу. Еще и эксерсайз здесь, эксерсайз. Отличная работа, минус 2. Бёрд остается последний. Сейчас по нему тоже инфа появится. И Бёрд тоже погибает. Отличная пистолетка. 13-й для X-Hit. И я думаю, что без пистолетки флеймс тут вообще ничего не светит. Ну да, я думаю, что они форс делают. Обязан даже. А им терять нечего. Терять нечего, да. Такой счет уже камбэк. Все-таки за эту сторону. Мало они взяли 3 раунда. Это на своем пике 3 раунда. Да хоть бы 6-7 взяли. Хоть так было. Пока подчистую проигрывают по перестрелкам, по индивидуальным действиям. Команда X-Captain Gun Flames хит на голову выше на этой карте смотрится. Но тем интереснее будет смотреть там третью карту нюк. Да слушай, даже 6-7 на своем пике — это очень-очень слабо, это не уровень, не тот уровень, который должны показывать на самом деле X-Flames. Но здесь Фарлик хорош, забрал Маку, оставил Джока 6 хп, и в принципе появляются шансы. У датчан пошла хаешечка, немного дэмэджа Бёрд впитывает, опа, еще и Джока закрыли, но он был красный. Вот Хадж справляется с Бёрдом на центре, попадает по бору, по прострелам. 3 в 3. Посмотри, там обходит уже Лаки, заходит в сайт, и у него есть инфа, что в мясе игроки. Ну все, сейчас закроют, под 14 должны идти. Хорошую позицию, но... причем. Просто перекрыл. Да, он понимает, что находится там. Он понимает, что находится один в бане. Ну, просто говорит своей двойке всю инфу по игрокам. Да, он говорит, где-то там в мясе есть игрок, аккуратно. Да, закрывают просто... А, я думал, лобби будут с маком закрывать. Ну, окей. Все равно пачку поставят, 3 в 3 доигрывать будут. Там уже в спине Бороб. Какой тайминг? Тайминг! Не дочекал, нет, да? Не дочекал. Да, он отвернулся как раз. Смотри, Боруб заходит в спину. Но спину будут почекивать. В любом случае, знали же про мясо, понимают, что могут пойти. Но быстрая рампу. Спина, быстро. И там, смотри, с девятки умирает. Спина работает. Да, находит его минус Боруб. Ситуация 2-2, щипцов нет. Боруб падает. Боруб падает, последний остается Ральц. Да 2 в 1, просто вместе пикнуть. А, да, там прекрасно понимают игроки, что щипцов нет. Вместе, за ручку. И Ральц падает. 14 раунд для команды. Я испугался, когда он Хаджи забрал. Да, там, мне кажется, они сейчас опять зафорсят. Но все-таки один живой, один остался. Ну, и как 14-3. Бы переломать экономику, переломить... Должны форситься они. Но, да, могут, почему нет, в принципе. Ну, потому что уже вариантов нет на таком участке дистанции. Когда такой счет, эко ты можешь спокойно взять. Рисковать. Так, тем более, это точно, это форс, да. Все правильно они сделают, покупают 2 фармгана, 2 дигла, фамас, ну, гранатки тоже имеются. Гранат, кстати, не так там... мало, я думал, меньше будет. Тоже фармган у Маки. Ну смотри, что они делают. Ух ты, Бёрд, фул слепой! С дигла попал! Что наказал? Хаджи. Хаджи не попал все-таки в Джоку. Размин, Фарлик должны загонять. Хаджи ничего не понимает. Потерялся Хаджи. Ну что, 2 в 3 ситуация. Один в пенте, девятку будет. Мид выходит, а там смог. Смотри, контролит его. Ошибается эксерсайз. Последний остается у Лаки. Похоже, что четвертый для флейм все-таки. А что если... С 3-14? А что если... Вчера же так 14-4. Кто там форварды проиграли? 12-4. И К23 с 14-4 проиграли. А что здесь такое мешает? No. Не, все-таки поинтереснее смотрится. На этой карте у нас команда хит. Я думаю, должны свои раунды 2 забрать последних. Даже этот отдают. Смотри, у них будет форс сейчас. Скорее всего, они его отдадут. Это 5-й. Потом эко 6-й. И вот на 6-14 уже будет хороший, сильный бай у X-Hit. Да, интересно. Ты тоже решил торнадо? Сейчас я тоже глоточек. Конечно, такая вкуснятина. Торнадо, манго. Вот мне манго, кстати, больше, чем кактус нравится. Мне манго на первом месте. Вообще очень вкусно. Такой легенький. Так, ну темпы все-таки с Лаки справляется. Лаки сумел сделать минус. Один перед смертью. Ну, 4-14. Ох, какой у меня сейчас флешбэк просто откинуло в матче хит и К23, когда мы с тобой говорили, какие же К23 красавцы, они закрывают 2-0, да, да, хотя да. Мы не верили в их вертига. Мы сейчас посмотрим их вторую игру точно. И потом просто бац, бац, ну, смотри, бац. Матч на паузе. Паузу у нас поставили какие-то игроки. Подвис опять игрок или нет? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что это тактическое. В принципе, здесь тактическое может быть тоже, как от одних, так и от других.
учитывая, что... Хотя, ну, я думаю, что Flames все-таки взяли паузу, потому что у X-Hit все понятно. Они сейчас делают форс, учитывая, что у них минимальный луз-бонус. У них выбора нет. У них нет денег, 1400. В следующем 1900 опять денег не будет. Так что они делают форс, next делают эко. Это такая стандартная процедура, когда у тебя минимальный луз-бонус. Поэтому тут, по идее, обсуждать особо нечего. А вот Flames могут подумать. Как раз-таки они тоже примерно понимают экономику, должны примерно понимать экономику своих оппонентов. Понимают, что сейчас будет какой-то бай. Бай, скорее всего, будет слабенький. И такие баи всегда очень опасны каким-то быстрым влетом. Флешки, две флешки, влет с теками, бац, тебе уже пролетело в лицо. И твоему тиммейту, который с тобой вместе опорника отыгрывал, тоже в лицо прилетело очень быстро, за 10 секунд буквально после начала раунда. Поэтому нужно быть весьма и весьма аккуратными. И я думаю, что Flames как раз-таки это и обсуждали. Да, делают форс. Три тека, дигл и калаш. Хватило маки на девайс. И находит сразу Бёрда на центре. Бёрд опять фулл слепым попадает. Как он это делает каждый раунд? Ну вот такие... Так, ну попытаются ли все-таки точка? Вкусная точка. Да, находит разменчик. Ситуация есть, 4 в 4. Есть арморы, так что калаш подберут. Я думаю, раз. Раз, мясе, перестрелка. Там вместе? Ничем не кончится. А, они идут прямо в ловушку, а там три человека. Нет, отошли назад. Раз сжег лаки в мясе. Да, а следующее должно эко быть, ну если. Да, видишь? Да. 6-14. И пятый, шестой. Седьмой, восьмой, девятый. А что? 14-14. И мы все переобуваемся. И 16-14 в пользу X-Kid. Все может быть. Чтобы обидеть. В таких играх все может быть. Но все-таки верим в то, что хит закроет, и мы перенесемся на третью карту. Так, ну что проходит у нас здесь? Будет выход мид с небольшой паузой. Контакт у нас вводит Ральс. Смотрим. Ну. Флешку кто-нибудь. Ой. Никого не убил. Дал полезную информацию. Выход троечки основной. Они хотят идти в рукав, а там у нас встречает Фарлик. Фарлик должен раскидывать всех троих. Там на помощь уже ТМБ может помочь. Фарлик? Да. Фарлик, Фарлик, да. Находит минус. И забирает его. Размен, да. Чё? И ну, сейчас смог. Хаджи сразу калаш берет. Не, вовремя откинутый грамотный смог. Не будет он пропускать ТМБ. Очень четко все делает. Еще один смог. Флешечки нет. Находит минус. Проблема. Второй. Все, 14-5, эко нужно делать, на шестой выходить. А там самое интересное начинается. Будет ли камбэк? Не, ну кто-то, вот зрители, верите в камбэк у нас? Сейчас чатик посмотрим. Вот кто верит в камбэк, напишите плюс. Посмотрим. Прям полноценный камбэк? Кто не верит, минус. Вот кто верит, плюс. Так, а у нас лидер по первым бистам, Фарлик, 4 кило, 0.93 АДР, 0.88 КД. Ральс до сих пор еще с нулем бегает. Не может пока первого кио найти. На размене играет. Так, ну что просто, мы тут видим? Просто глаки. Да, за ним люрком выход. Пошел там с мотопали. Может ошибиться. ТМБ 19 хп отходит. Бёрд погиб. Мак его просто перестрелял с глака на миду. Как это случилось, не совсем понятно. Но пачку поставили, программа минимум выполнена. Еще и Фарлига выключили. Два гана выбили. Молодцы. Еще и красного ТМБ. Реально забрать, но он далеко, он не подставляется, оставляет лаки своим тиммейтам. Ну, в общем-то, пачка просто, да, задефается, лаки просто погибает. Просто погибает, 6-14. И фулбай будет, конечно же, от X-Hit. Как мы с вами и предполагали, собственно говоря, форс, эко, все это дело X-Hit отдают. И теперь уже с калашами, возможно, даже с авиком, в принципе, Мака может себе позволить авик там с первым армором, да? Да. Пауза вставится в матч. Вот это интересно. Это уже отхит, я думаю. Отхит? Все может быть. Может и копилка. Слушай, они только что отдали, взяли практически такой камбэк. И мне кажется, вот куда-то закрадывается им в голову мысль о том, что а если... А если, да. Может паузу посидим, передохнем, выдохнем. Там тем более уже забрали несколько подряд датчане. Пусть они тоже чуть с объемах, чуть с темпа с этого... И спокойненько свой оружейный возьмем. 15-6 уже спокойно можно дальше доигрывать. Один где-нибудь там уж потащим. Ну да. Как говорил знаменитый, не скажу кто, ты можешь до последней раунды даже рашишь просто на одну точку за ту сторону. Просто все раунды. Какой-то из них залетит, два, да. Залетит, да. Так все и есть, быть. По сути.
Так, ну, два калаша из трофейных, вот две эмочки, обе 30. А что если седьмой, а потом восьмой, а потом десятый, как в команда в себя верит. Вот знаешь, я всегда, вот когда мы какой-то камбэк делали, команда так расхлебана где-то играет. Ну и потом, когда уже, там, например, 14 проигрываешь, 5, там, например, 14-11 делаешь, все, команда по-другому играет. А другая, наоборот, не сопускается по моралике. Опа, ну, Джока, да, сожгли. Там давай. Где-то между смоками молик все равно горел. Джока этого не видел из-за флешки, не слышал, не чувствовал. Тиммейты не подсказали. И Джока на ровном месте просто погибает. Еще и хаджи в смог. Ой, гибнет уже. 7-5 для Flames. Почему бы и нет? И все, могут закрыто уходить. Уже сложновато будет что-то реализовать команде X-Hit. Выходит. Exercise. Может, важная дуэлька у него, хочет отчекать, зайти, попробовать прорваться пода, но там стоит Тавик, и как же сложно, и будет выход, пошел, да, сразу погибает Эксерсайз. 2-5, пока чистейший. Мака, находит Маку, последний тоже остается, Лакит, падает, и находит его, хороший молик, по нему инфа есть, не выпустят, перекрывают ему со всех сторон, где промажет, но находит его. 14-7, просто без шансов растолкали. У меня дежавю какое-то, честно говоря. Но я надеюсь, что все-таки это 1-1 и 3. Давай посмотрим. Сейчас должно, бонус у них большой, по 3-400. Опять пауза ставится у нас в матче. Сколько можно? Это уже, наверное, хиты ставят. По экс-команда хит. Но что, не хочется отдавать такую карту. Тоже их карта. Ну, пик не их, но они должны лидировать, забирать 16-е. Расслабили немного свои булочки. Не знаю. Ну, сейчас будет 2 кабай. 7 подряд нужно забрать, чтобы паритет по раундам сделать. Не верится, да? Тебе тоже не верится? Ну, слушай, на первой карте тоже не верилось. Они же взяли... Ну, не верится, они 8 подряд. Это очень мало все-таки. 12-3, такой счет разгромный. X-Hit взяли 8 подряд на Инферно. Ну, вот так вот. С 13-6 до 14-13. Так что все возможно. Но стоит сказать, что Flames-то уже 4 подряд взяли. Они же с 14-3 камбэчат. Так, ну смотрим. Бай, хорош... Ну, нет, не... Хороший у Flames. Ну, а там 2 кабай, такой довольно сильный. 2 тека, 3 тека, 2 дигла, в принципе. Ну, когда такой бай, я всегда говорю, хочется быстрый раунд. Хочется, чтобы вы ворвались с этими теками. И... Вся сила тека, его преимущество над каким-то ганом в том, что ты можешь бежать, стрелять. Тем более счет позволяет. 14-7. Да, можно проэкспериментировать. Да. Ну ладно, выбирай дефолт с контактом пода. Бомба у нас пода, основная пятерка тоже находится. Там у нас принимает Фарли, который находится с АВП. Элимит все-таки пойдут. Подожди, они вообще перетягиваются шифтом под Б? Они что-то знают? Или опять назад уйдут? Думают пока, похоже. Думают, да, скорее всего, думают, договариваются, что они хотят. Может, не, если не в этом раунде сделать, то в следующем. Ну, смотрим, да, перетяжечка под Б. Четверка будет отыгрывать, там в отдаче у нас играет Боруп, у которого только один смог. Интересно. Как-то, не знаешь, мита, как цент на мид сделали. Посмотри, 2 мид, 4 мид, посчитай. По сути, 4 мид, да, сейчас. И один под Б. Да, до конца они должны информацию какую-то получать. Будут на девятку залазить 2 игрока. Хаджи. О. Заметил. Опс. Забрали. Эксесайз отлично сдигла. Просто первый же попадает. Боров. А все закрыли смоками. А Б это под контролем. И сейчас знают про мид. Мака ждет просто в мясе. Интересно. Слушай, ну это можно еще попробовать зацепиться. Там Бороб теряет кучу здоровья, Бороб падает, Мака можно еще и разу закрыть на тайминге хорошим, да! Боже, Мака! 5 в 1, 5 в 0! Нет, все-таки Фарлик один сделал, но они вчетвером выживают. Красиво это было. Ой-ой-ой-ой. Довольно странное, как по мне, решение от Flames пойти вчетвером мид, отдать Б полностью. При том, что там же X-Hit, они просто двигались по карте туда-обратно. Они должны понимать экономику. Они видели, ну, понимали, что с бонус у них, скорее всего, да, там диглы, теки. Полностью поинт отдали без всякой инфы, зашли спокойно. Получили по голове копенгагенс. Ну, выбор их. Опять пауза, да? Сколько этих пауз? Мне кажется, через уже раунд заканчиваться они у них. Там 8, ну, 8 пауз в общем, 4 у одной команды, 4 у другой. Да, ну, там пауз уже. 5-6 было уже. 5-6, да. Может, еще у кого-то одна осталась? Может быть, да. Но надо ли будет ее брать? Не знаю. Может быть, уже и не придется. Может, уже и не придется, согласен. Так... Ну что, третий не за горами? Что думаешь насчет Нюка вообще?
Нюк? А может 15-15? Нет, ну может быть, конечно, но вряд ли. У нас впереди К23. Против кого там, я уже забыл. Mouse NXT. Да какая разница, К23, кого разносить, правильно? Согласен. Без проблем разнесут. Вот так. Кстати, на К23 дают 1.98 и 1.80 на Пэтбуме. По промокоду какому? Где? Freedom? Freedom. Так, смотрим. 15-7. Один матчпоинт остался команде Heat. Двоечка у нас отыгрывает в бане, доиграют дефолт. Потом выход пошел, разбин гранатами. Выход мид. И хорошие ключевые позиции занимает у нас команда X-Heat. Нашивает смог. Гений получается. Пёрт, ну все, он просто читает, нереально. Знаешь, какая-то команда КТшников, согласись. Везде они за КТ много раундов берут. И в Инферно, и одни другие, и здесь. Здесь то же самое. Но здесь еще, знаешь, ближе к победе команда Хит. Уже такого камбэка не будет. Так, ну пробирается. Последний остается Лаки, 1-5. На Б пуэнте полностью его перекрыли. Бомба упала на миде. Вместе. Ой, опять находят одного. Все, по нему информация есть. Должны перекрывать ему кислород и забирать этот раунд. 15-8. Да, да, на восьмерочку. Забрали Flames, но этого пока мало. Этого очень мало. Flames на своем пике. Хит, ну хотя бы 14 взяли на своем пике. Могу сказать, да мы камбэкнули, там чуть не зашло. А Flames, ну пока выглядит очень слабо. Три раунда в атаке. Учитывая, что множество коллективов сейчас в атаке на Ancient берут вообще большое количество раундов. И иногда бывает, что как раз-таки там, знаешь, в защите возьмут типа 6, да. Потом в атаке камбэк как-то вернутся. Здесь, ну я не верю в камбэк. Я не верю в камбэк. Так, ну что у нас здесь? 5 АК без авика отыгрывает. У Фарлика только за КТ. У Копенгаген Фэнс появляется ВП. 2-1-2 схемой будут штаны. Пушат сразу уже КТшники под А. Отрезают половину карты. Большую часть карты. Ну, гранаты свои тратят. Дефолт уже одного на мид выпустили. Эксерсайса, который будет занимать очень хорошую позицию в упор, в окно. И с одним блюрком будут отыгрывать. Скорее всего, будет выход под Б. Пока байтит на гранаты. Так, ну что? Три калаша, эмочка, авик. Опа, ТМБ подловил Маку. Слушай, ну если девятый для Flames, то там и опять денег-то не будет. А может на 10 вообще выходить? Сейчас посмотрим. Так, минута 0.5. Посмотри, как XSI пробрался. Ну его вроде бы контролит Бёрд. Ой, важно, дуэлька сейчас будет. Фарлик. Ах, Фарлик просто шел. Куда он с АУП пошел тоже? Решил как-то подавить. А там бомба же была, смотри. Вопрос, Бёртром Скай справится или нет? Бёртром Скай, да, попадает. И это опять большинство для Flames. Но странно. Пачку надо забирать. Пачку надо забирать. И, может быть, попробовать выйти на А. Там сейчас один игрок пытаются угадать. Flames втроем на Б находятся. Но была же инфа по бомбе. Была, там же Фарлик проходил. Или он мог не... Да я не знаю. Знаешь, на своего лица не видел. Но бомба же лежала. Зачем он туда пошел упор? Опа, там уже идет Ралс. Ралс может сейчас на центре наворотить дел. Разминулись, походу. Да, да. Ну, сейчас посмотрим. Какие же передвижения интересные в этом раунде сейчас по карте. Вот тайминг ловит, находит минус, размин. Жоку! Чудом каким-то он этот фраг делал. 3. Ну, бомба будет ставиться, в один спин Лаки. Будет. Лаки! Бёрд! Побежал, с гранатой в руке! Переграл. Не ждал так близко. Ой, переиграл. Итак. Смотри, и Боропа ждут. Сейчас одна пуля и минус Бороп. Лаки. Надо справляться с Боропом. Да, да, попадает Лаки. ТМБ остается один. Ну что, ТМБ? Клатч ор третья карта? Не, должны забирать. В хороших позициях стоят, максимум одного может убить. Перекрестный огонь. И... Да, ТМБ просто, да, подставляется. Без шансов. 16-8. Без шансов.